Каждый год 21 сентября Православная Церковь празднует чудесное событие – Рождество Пресвятой Богородицы. Богородица рождается, и радуются этому событию святые Иоаким и Анна, и вместе с ними радуемся и все мы. Многие православные христиане собираются в Божьих храмах за Божественной литургией и прославляют Пресвятую Богородицу. В этот праздничный день в богослужении приняли участие учителя, учащиеся Русской Православной Школы и их родители, воспитанники детского дома «Рождественский», участники молодежной общины, потому что литургия – это наше общее дело, и мы должны участвовать в ней и все вместе славить Бога. Что мы можем подарить Божьей Матери в день ее рождения? Учителя прославили Господа Бога песнопением за Божественной литургией, а дети подпевали вместе со своими учителями. В храме иконы Богородицы были украшены цветами, которые накануне принесли дети, собрав их вместе с учителями прекрасные букеты. Но самое главное, мы можем принести Богородице в дар наши добрые дела, молитву, чтение Священного Писания, покаяние в таинстве исповеди и причащение святого тела и крови Господа нашего Иисуса Христа, который есть любовь. И когда мы причащаемся, то мы причащаемся любви, без которой все ничто. Поэтому литургия – это для нас, для людей. И Матерь Божия каждый раз радуется, когда мы собираемся в доме ее Сына. И если мы будем стараться каждый воскресный день посещать храм, славить Бога и причащаться святых Христовых тайн, то это и будет нашим подарком Божьей Матери. После литургии освятили 83 маскировочные сети, которые изготовили прихожане и которые сразу были отправлены на передовую защитникам нашего Отечества. Затем состоялся концерт, подготовленный молодежной общиной храма. Ребята читали стихи, пели песни. С мольбой стоящим на колене, даруй пречистое спасение. Недолгие текли бесцельно, отдать приказ для наступления не смог Тимур. Ушел без боя. Кто видел в Азии такое? Дай мне дышать и верить израненным сердцем. Дай мне нести свой тяжкий крест и не падать. Дай мне это все пережить и до смерти любить. Слышишь, дай мне, дай мне. Душе своей искал ты свет, но света нет и мира нет. Ты в покаянии плакал, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Осень в небе жгут корабли, осень в небе прочь от земли. Там, где в море тонет печаль, осень темная даль. Состоялась ярмарка, где свои работы представили мастера-ремесленники. Вы возьмите с обратной стороны, попробуйте. Оно тут просто немного гравировка будет пахнуть. А в завершении праздника всем раздали сладости. С праздником всех вас! С днем рождения Пресвятой Богородицы! Сегодняшнее торжество Церковь определяет как вселенское. Радуйся, благодатная Дева Мария Богородица, из Тебе бы воссия солнце правды Христос Бог наш. Разрушил, то есть Он отменил проклятие и дал всем нам благословение, и упразднил смерть, и каждому верующему в Него даровал жизнь вечную. Вот почему Рождество Твое, Богородица,
радость возвести всей Вселенной. Вот с этой радостью вселенского масштаба, с Рождеством Богородицы, хотелось бы всех вас поздравить и пожелать каждому из нас, чтобы как Богородица любила читать Священное Писание, так и мы полюбили с вами читать Священную Библию. Как Богородица молилась Господу всем сердцем, всей душою и всем помышлением своим, обращаясь к Всевышнему Создателю, так и каждый из нас пусть не поленится, пусть прислушается к апостольскому слову, непрестанно молитесь, за все благодарите, всегда радуйтесь. И, наконец, по примеру Божьей Матери, до конца, до последней минуты своей жизни пронесем веру и любовь к родившемуся от нее Господу нашему Иисусу Христу, которому со Отцем и Духом вечная и благая слава. Аминь. С праздником всех вас!